Телеведущая Ксения Собчак приревновала своего бывшего возлюбленного Сергея Капкова, когда тот наедине общался с журналистом и продюсером Тиной Канделаки. Собчак и Канделаки были лучшими подругами и почти не расставались, пока не произошла неприятная для обеих история. Многие думали, что причиной разрыва стал совместный бизнес, но Канделаки опровергла эти слухи и рассказала, что произошло на самом деле. На тот момент Ксения встречалась с Сергеем Капковым. Был праздник, мы с Сергеем пересеклись и решили поговорить о футболе. Собчак Капкову на тот момент, видимо, звонила и писала, но он не ответил. И потом мне пришло сообщение, гневное сообщение от нее. Поделилась звезда. Канделаки не смогла простить подруге грубых и обидных слов. После оскорбительного сообщения дружба светских львиц прервалась.